Правительство Финляндии в пятницу заявило, что страна готова принять 2% от общего количества беженцев согласно квоте ЕС, однако отметила, что система квот не должна носить обязательный характер в будущем, сообщает агентство Рейтер. Мы готовы осуществить прием, по квоте ЕС, на добровольной основе, а не посредством принуждения. Если мы не сможем найти решение с помощью международного сотрудничества и совместных действий с ЕС, мы получим миллион людей, пересекающих границы без какой-либо координации, заявил министр иностранных дел страны Тима Сойни, добавив, что усиление влияния ЕС в этом вопросе не сработает. Между тем, министр внутренних дел Финляндии Петери Арпо заявил о своей уверенности в том, что ряд стран-участников ЕС имеют аналогичные соображения по вопросу политики квот, сообщает агентство. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду официально предложил странам Евросоюза на основе обязательных квот принять в ближайшие 2 года в общей сложности 160 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Согласно предложению Юнкера, наибольшее число беженцев из конфликтных зон должны принять Германия – 31,4 тысячи, Франция – 24 тысячи, и Испания – почти 15 тысяч, а в общей сложности они представляют лишь 0,11% от общей численности населения ЕС. При этом Юнкер предупредил, что Европа не может принять всех бедных мира, призвав при этом страны ЕС соблюдать европейские и международные обязательства по приему беженцев.